Здравствуйте, это программа «Персона Грата». После долгого перерыва Орловский театр Тургенева снова открыт. С сентября в здании проводили очередной ремонт, устраняли недоделки после большой реконструкции. Все они были связаны с пожарной безопасностью. По современным стандартам это очень важный момент. И вот артисты возвращаются на свою сцену, причем под руководством нового главного режиссера. Это Владимир Хрущев. Он уже познакомился с труппой, и у него есть план развития театра. На этом и будет акцент нашего интервью. А начнем съемками из театра вместе с директором ОГАТ Еленой Казаковой. Весь февраль мы продолжаем работать на заявленных площадках, то есть на площадке театра «Кукол» и городском центре культуры. У нас будет две премьеры. Это «Заря» по Борису Васильеву, постановки Антона Карташова, и «Царевна лягушка» Павла Сыромятников, постановка в городском центре культуры. Но уже здесь, сегодня, как только нам вчера разрешили открыться, с 10 утра уже начались репетиции. Мы выставили выгородку, сделали. Ждем режиссера Яну Евгеньевну Гловацкую, которая была вынуждена уехать в Санкт-Петербург. Это спектакль «Гроза» по Островскому. И 20 марта мы ждем вас на премьеру «Грозы». Премьера здесь, в родных стенах. Главный режиссер Орловского академического театра имени Тургенева Владимир Хрущев сегодня с нами. Здравствуйте. В очень быстром темпе, как я понимаю, на высокой ноте продолжается жизнь Орловского академического театра, новый ее виток. Вы теперь главный режиссер. И Елена Ивановна, мы вчера с ней встречались, она поделилась, сказала, что очень много заявок было со стороны режиссеров, которые предлагали свои кандидатуры на вот эту должность, которую вы теперь занимаете. Потому что место давно было вакантно. Угу. Десятки творческих биографий Елена Ивановна изучила, отзывы, связывалась с этими людьми. В Орле оказались вы. Как вы полагаете, вот у меня первый такой вопрос, почему выбор именно в вашу пользу был сделан? Предположим, что Елена Ивановна, с Еленой Ивановной мы сошлись чисто по-человечески, да, то есть мы встретились, то есть это была не интернет-переписка, мы встретились, я на юбилей Тургенева провел у себя лабораторию в театре, когда в Калуге работал на 200 лет, приезжали режиссеры, мы делали лабораторию, я об этом расскажу, это интересная форма работы со зрителем и с артистами, вот, и как-то вот с Тургеневым и с Орлом много было чего связано, да, какие-то знаки, какие-то символы определенные. Вот и я приехал в Орел со своим художником с конкретным предложением сделать такой спектакль, название которого я скажу позже. Вот, и мы как-то разговорились и нашли общий язык, и начали общаться, и Елена Ивановна рассказала о проблемах, которые существуют, что есть много заявок, что ищут главного режиссера. Вот, и как-то вот так, скажем, цепь случайности привела меня к тому, что я здесь. В общем, никакой тут ни тайны, ни загадки. Так, ну, я скажу, что очень напряженное время, вот последние сезоны. Почему? Потому что менялись художественные руководители, главные режиссеры. Реконструкция, и приходилось, вы знаете, ездить по разным площадкам, в том числе и в ДК выступать. И было ощущение вот такой нервозности. Хотелось уже какого-то понимания и спокойствия того, что происходит. Угу. А вы приехали с тем, что будете радикально что-то менять, и будут прямо жесткие изменения, и создадите стрессовую ситуацию. Говорят, что такое помогает. Или, наоборот, будете очень деликатно действовать? Вы знаете, когда театру 205 лет, насколько я помню, махать шашкой не самый лучший путь. Мне кажется, надо сначала присмотреться, понять, с кем ты работаешь, что происходит, да, и потихонечку, как говорится, не проминая противника, делать то, что ты задумал. Это мудрые очень слова, но сейчас, опять же, время такое, что вот только 2 дня назад стало известно о том, что театр может открыться. Репетиции на площадках, которые не приспособлены для театрального действия. И снова много сложностей. Я так поняла, что у вас еще не получилось основательно познакомиться с артистами, узнать, кто есть кто. У вас даже нет распределения на роли пока. Да. Есть список артистов, с которыми я встречусь. Я первый раз уже встречался. А как вы их выбирали? Посмотрел. По сайту, по фотографиям, по видео? Да, но я же советуюсь. У меня есть очередной режиссер, у меня есть завтруппа, да, есть директор, с которым мы общаемся чудно,
и с юмором. Вот. И я говорю, вот такой артист, такой темперамент, как пойдет, не пойдет, давайте попробуем. И мы пригласили какое-то количество артистов, я рассказал о замысле, да, еще в ДКЖД. Вот я посмотрел, как они выглядят внешне, как они разговаривают, какой у них темперамент. И примерно понял, кто в команде может быть, а с кем я встречусь позже. А это уже по первому взгляду видно, что за темперамент? Ну, конечно, я же опытный дядька. Конечно, я сразу определяю, я сразу считываю человека. Да, есть определенные даже какие-то законы, приемы, когда можно по одному внешнему виду определить судьбу человека. Я сразу считываю вообще, мой человек, не мой человек, подходит, не подходит. Иногда, правда, ошибаюсь, но, как правило, всегда очень точно. Я вам поверю, потому что я хотела только что вот спросить вас о том, что я никогда не ошибаюсь, а вы прямо меня, видите, как уже раскусили и чуть наперед ответили. Скажите, пожалуйста, ваш новый спектакль, это будет что такое по форме и по содержанию, не вдаваясь в сюжет, потому что все-таки давайте помнить о том, что многие зрители как раз для того, чтобы сюжетную линию увидеть, разглядеть, проследить, приходят в театр. А вот меня интересуют вопросы, которые всему этому сопутствуют. Что это будет по форме? Как это будет выглядеть? Есть уже понимание? Да, вы совершенно правильно сказали, что в данном случае, конечно, сюжет я уже рассказал и много об этом говорил, и здесь никакой тайны нет, и, в принципе, зрители приходят за прямолинейным сюжетом, это понятно. И здесь тайны никакой нет, и это меня никак не раздражает в данном случае. И когда мы говорим о концепции развития театра, да, о его стратегии и так далее, здесь как раз и кроется ответ на этот вопрос. Скажем так, заставить и себя, и артиста, и его психофизику работать как-то по-особенному в сложном театральном языке, мне кажется, и есть основная концепция развития театра. Понимаете, в чем дело? Дело не в названиях. Да? Вот когда мне говорят, там, давайте программу на 5 лет вперед по названиям. Ну и напишу эти названия, да, целый портфель этих названий, ради бога. Он есть, это не проблема, проблема в другом. Проблема в том, что артист, который всю жизнь играл в одном амплуа и никак не развивался, и это достаточно. И зритель, который пришел посмотреть сюжет, он за этим и пришел посмотреть. На артиста, который делает 5 лет, 10 лет, 20 лет одно и то же. Это вы говорите об обычном провинциальном зрителе? Ну да, конечно. И обычном провинциальном артисте. То есть, в принципе, задача такая, чтобы артисты открыли в себе новые какие-то грани в сложных театральных условиях. То есть дело сейчас в языке. Что означает сложные театральные условия? Вот смотрите, у нас есть драматический театр, академическая школа, артисты, которых весь город очень хорошо знает, традиции 200-летние. Что означает новые сложные театральные условия? Я не против традиций и определенных амплуа иногда. Вы знаете, вот этот... оттачивать театральный язык актерский очень сложно, понимаете? Я занимаюсь там лет 30 уже этим. И не сказать, что вот всегда это удается, понимаете? Очень трудно найти или подготовить артиста, который будет с тобой разговаривать на том языке, который ты придумал. Это очень... Каждая пьеса – это целый мир, понимаете? Это целый космос, в котором надо быть разнообразным. А, как правило, за недостатком времени, за ленью и режиссерской, и актерской, возникают одни и те же образы. Да, на это смотреть неинтересно. И мне кажется, кредит доверия зрителей к артисту, он постепенно может уйти. Но если артист выходит на сцену 15 лет, 20, 8, 2, он уже понимает, кто он такой, и эти методы работают. Да. Как вы будете это менять? И заканчиваете профессию. Но мне кажется, разве если... это возможно? Быть в тренинге... Смотрите, я предлагаю побыть другим. У вас есть своя система, как у Станиславского. Да, определенная, да. Так. В чем она заключается? Это секретом является? Ее трудно сказать в буквах и предложениях, да, как выпустить буклет. Как, кстати, у Мирхольда был замечательный, по-моему, пример, когда он начал писать книги, его ученики спрашивают, наверное, будет очень толстая книга по теории режиссуры. Он говорит, нет, там будет всего 2 страницы. Он говорит, почему так мало? Там будет написано, что нельзя делать в театре, а остальное все можно. То есть есть определенные законы, чего делать нельзя. Чего нельзя делать в театре Хрущева?
ну, нельзя играть с холодным носом и репетировать. Так. Нельзя равнодушно относиться к своему герою. Нельзя понимать профессию актерскую, исполнение роли, как произнесение текста. На это нужно право. Как правило, артисты и в театрах не занимаются этим. Да? То есть, что сильно раздражает, когда я смотрю тот или иной спектакль? Когда я понимаю, что за его словами, которые произносит артист, а это все-таки одно из выразительных средств, два слова, ничего не стоит. Он просто произносит буквы, как говорится, актеры говорят по очереди под хорошую музыку. Все. На это смотреть невыносимо, понимаете? То есть мне нужно создать определенную среду, определенные предлагаемые обстоятельства, в которых этот текст должен родиться, понимаете? Целая жизнь ведь, целая биография идет за персонажем, который играет артист. А какую роль во всем этом играют навыки, которыми актер себя может оснастить? Вот сейчас современный театр идет по тому пути, что артист должен быть универсальным таким солдатом. Да. Он должен владеть голосом, да. То есть исполнять какие-то сложные вокальные вещи. Он должен безупречно двигаться, потому что пластика и танец – это основа современного театра, одна из основ. Ну и плюс ко всему драматическая, наверное, игра. Ну, знаете, все по классической школе, в самом лучшем исполнении. Разговор, который, в общем-то, ведут, наверное, все специалисты театра. На самом деле, требования к артистам в провинциальных театрах, что уж тут скрывать, достаточно низкие, поэтому мечта об идеальном солдате, она всегда была. Более того, что говорит, Таиров, Мерхольд занимались этим и были не приняты, да, ну, скажем так, были отторгнуты. В русской школе как-то так сложилось, что прежде всего его величество актер, слово и все остальное, что делает из артиста, артист из большой буквы. А вот на Западе как раз это же оттуда все приходит, конечно. Не оттуда все пришло, на самом деле отсюда пришло туда. Михаил Чехов, когда уехал в Америке начал создавать свою школу. В принципе, это такой прямой наследник Станиславского, поэтому просто понял эту систему по-другому. Мне, знаете, кажется, что и система Станиславского преподается достаточно невнятно и неправильно. И, конечно же, классно, когда артист владеет телом, владеет речью, да, он музыкален. И это все навыки, которые даются в театральных институтах. Да, конечно. Понимаете, оттуда все идет. Вот. Плюс научиться фехтовать, жонглировать. Ну да, это все дают обязательно. Так. И фехтование, все просто за время репертуарного театра в спектаклях, который идет один за другим, эти навыки теряются, понимаете? То есть, в принципе, когда артист фехтует, он фехтует раз в 10 лет, да, в спектакле «Три мушкетера», примерно. Да? Нафига ему эти навыки дома? И зачем ему развиваться? От этого зарплата никак не зависит. Я сейчас понимаю одно, что вы, наверное, пока не успели обойти все орловские театры. И нет, поэтому я много ведете был, такую уже посмотрел. Речь. Так, а где уже я вы были? Я посмотрел «Свободное пространство», так. Театр, который, в общем-то, знают в России, да? Знают, да. Театр «Русский стиль». Вот, я в «Куклах» я был только в здании, не видел спектакль. А что-то из того, что увидели, приятно впечатлило вас? Да, конечно, но в каждом театре что-то свое нравится. Я всегда ищу положительное. Да? Вот, например, в «Русском стиле» я посмотрел не самый хороший спектакль, но увидел очень хорошие актерские работы. Какая-то пьеска такая не очень, но артисты так достойно в этом работают, распределены в маленьком этом пространстве. Честь и хвала. В «Свободном пространстве» два спектакля мне удалось посмотреть. Это «Лес» и вот сдача спектакля «Маугли». В «Маугли» просто хороший спектакль, тут без вопросов. Они все двигаются, все поют, энергетически заряжены. То есть такой-то хайповый, какой-то драйв классный. Очень интересный спектакль, правда, молодцы ребятки. И тем более написал, я понимаю, музыку к этому спектаклю артист театра. Андрей Григорьев. Вот, видите, как это важно. То есть собралась определенная команда, которая готова выдавать какие-то художественные высказывания интересные. А вы командный игрок? Ну, вы знаете, сложно сказать. Я вот с Невинным разговаривал, была у меня такая встреча после спектакля «12». И я как молодой человек спросил, что такое ансамблевость?
Он говорит, это очень просто. Ансамбль, когда я посередине, а все вокруг меня. Вот, поэтому... Хороший вариант. Да, я тоже так думаю. Мне очень хочется, чтобы исполняли то, чего я хочу. И в то же время делали вид, что мы в ансамбле, понимаете? То есть так все противоречиво все очень. Мы сейчас немножечко отойдем от темы. Я предлагаю посмотреть еще одно видео о том, что было сделано в рамках вот этого последнего ремонта. Важные моменты. И уже продолжим о творческом. Мы все подключили, теперь автоматически все срабатывает. При тревоге нажимается тревожная кнопка, сразу автоматически оповещение идет, внимание, пожарная тревога. Тут же опускается пожарный занавес вот этот. Вот мы с вами стоим на красной линии, куда этот занавес опускается. Перекрывается зрительская зона от артистов. Артисты убегают, загораются вот эти вверху, там над выходом. Есть еще аварийный выход. Загораются от бесперебойника указатели аварийный выход. Артисты убегают туда, зрители уходят сюда. Значит, аварийное освещение есть и в зрительской зоне. Соответственно, да, все это включается. Вверху загораются аварийные фонари. И люди спокойно, без паники, потому что они будут видеть, куда идти, могут спокойно выйти и оказаться уже на выходе. Дальше везде. И на малой сцене есть аварийное освещение, вверху, в буфете, в театре Каменского. То есть все сейчас работает. Ну, теперь будем надеяться, что все благополучно, и теперь театр заработает в полную силу, как оно и должно быть. Я вот о чем хотела спросить. Спектакль «Заря» Антона Карташова, который сейчас в эти дни репетируется. Вот 14 и 28 будут премьеры. Репетиции происходят под вашим крылом. Уже вот эти вот последние перед премьерой. Что скажете об этом спектакле? Знаете, в обязанности главного режиссера иногда входит контролировать спектакли, которые ставит не он. Здесь как раз тот самый случай, когда мне это прилетело. Скажу так, я же не с большим удовольствием пошел смотреть чужую работу, актерскую тем более. Да. Думаю, что сейчас мне это поразит. Но здесь, как ни странно, и режиссер... скажем, да, в кавычках, тире артист, который делал самостоятельную работу, оказался парнем вменяемым вполне, что радует. И артисты как-то повелись за режиссером и сделали работу, в которую они верят. Это опять разговор о том, что верю, не верю. Поэтому наше взаимодействие и моя помощь в этой работе была минимальной. То есть меняли немного, а скорее подсказывали? Не-не-не, там просто есть профессиональные ошибки, которых он не знает. И достаточно стандартно. Я ему подсказал, подчистил и так далее. Ему подсказал пароли, какие-то штуки. И сразу акценты сместились. Мне показалось, стало чище. И, вот. Но то, что парень какой-то необычный, более того... Я сейчас дал задание, и мы будем заявлять этот спектакль на фестиваль. Мы с вами до эфира говорили о новой режиссуре, о тех современных звучных именах, что сейчас у всех на слуху, как Кирилл Серебренников, да. Который вот недавно покидает, стало известно о том, что он покидает свой театр, а Константин Богомолов, Бутусов и так далее. И вы сказали, что для провинциального театра это всегда страх. Когда приносят что-то новое, что-то, что в корне отличается от того, что делали до. Будете ли вы пытаться все-таки с экспериментами как-то нашу публику орловскую провинциальную пробивать? Ой, знаете, такой задачи не стоит, но все равно мы этого коснемся обязательно. Дело в том, что нельзя не замечать, что театральный мир изменился. Да? Можно долго прятаться в раковину и говорить, что не-не-не, вот есть страшные какие-то фамилии, мы их называть даже не будем, не дай бог, это фу, на это смотреть невозможно. Повесили какие-то... Вы смотрите с удовольствием. Ну, не все, но я просто понимаю, что здесь дело ведь не в фамилиях. Дело в личностях, которые меняют театральный язык, понимаете? Их можно по-разному называть, и разные фамилии, их очень много в России, на самом деле. Просто мы, скажем, на слуху вот эти три фамилии. Москва. Да, но есть же замечательные режиссеры, такие как Кулябин, есть Рыбкин,
Есть Тимур Насиров, который всегда делал очень качественную, интересную продукцию. Есть Андрей Шляпин, есть Даниил Безносов, есть Вера Попова. Это все ученики Женовача, да, в свое время, с которыми я работал. Ученики Серебренникова, Евгений Беркович, из молодых. Вот все, кто выпускается, интересные актеры, вернее, режиссеры ГИТИСа и Щуки, они таким или иным образом со мной пересекались. Я делал лабораторию, и такая программа была в Калуге, называется «Дипломники столичных вузов на калужской сцене». Приезжали 3-4 человека, мы с ними разговаривали, у одного из них появлялась возможность делать какую-то экспериментальную работу на малой сцене. С вашими артистами? Да, совершенно. То есть, более или менее, я как бы так в курсе, что происходит в России, поэтому... А как зрители воспринимали то, что привезли москвичи и поставили? Вы знаете, иногда они очень удивлялись, но здесь и интерес в том, что это не обязательно должно быть... Вот знаете, основной показатель хорошего театра – это вот спектакль шел 12 лет, понимаете, и до сих пор интересен. Мне как-то недавно вот сказали, вот, Володя, у тебя там спектакль один из немногих, там, в Улан-Удэ, шел 12 лет. Поздравляем тебя, это здорово. Я, конечно, рад, что 12 лет приносил прибыль мой спектакль, и я счастлив. Да. Но на самом деле есть спектакли, которые прошли 2-3 раза, и это не значит, что они плохие, понимаете? Просто у них зритель, который посмотрел его, он, круг этих зрителей не очень большой, да, настолько сложная конструкция. Так, но для развития актера это оказалось очень и очень важно. У нас на основной сцене там 800 или 900 зрительских мест. Это много, для «Орла». Много, собрать очень сложно. Да. Когда премьера, здесь все понятно, аншлаги. Да. А дальше что делать с этим? У вас есть видение того, как эту аудиторию сохранить, да, и приумножать? Конечно, конечно. Вы знаете, совершенно точно, вот я сейчас отвечаю за свои слова, угадывание таких зрительских успешных приемов, как название, количество артистов, скажем, там, музыкальность, не музыкальность, жанр смешно, не смешно, чтобы зритель пошел. Но вы имеете в виду какая-то известная вещь, да, массовые сцены, как правило, в идеале мюзикл. Да, давайте возьмем мюзикл, возьмем, значит, какого-то озорного, веселого режиссера, возьмем лучших артистов. И это будет касса тогда. И это будет сразу касса. Вот. Опыт показывает, что это не всегда срабатывает, особенно в современное время. Молодежь, многие думающие зрители все-таки иногда включают интернет и смотрят спектакли. Или более того, многие ездят в Москву, Питер, смотрят какие-то спектакли «Золотой маски». В интернете их можно посмотреть. Они понимают, что театр как-то изменился. Да? Или идут в какой-нибудь маленький театр, где вдруг получают эмоциональную радость какую-то от того, как классно работают артисты. Да? Так, какое решение вы для себя приняли? Так что вот я и говорю, что мне кажется, степень доверия зрителей «Орла» к тому или иному театру, он прежде всего зависит от доверия к артисту. То есть, если я вижу, что артист затрачивается, что он энергетически заряжен, да, что его выразительное средство максимально, что для него это не просто проходная работа, тогда он идет смотреть на это, даже если это будет называться спектакль с каким-то странным названием, которого он не знает. Понимаете? Очень много изменилось, и я тоже об этом думаю, так, скажем так, не в шутку. Это так. Интересно смотреть на артиста, когда он необычен. Интересно, когда он работает в какой-то странной, любопытной форме. Интересно смотреть на свободных людей, понимаете? На личности, которые находятся на сцене, а не на исполнителей, которые читают чужие буквы под музыку, понимаете? Вот в чем дело. Это и будет ваша задача. Очень хотелось бы, чтобы мы именно туда развивались. Какую роль в этом во всем сыграют творческие лаборатории? Вот тот опыт, именно который туда вы использовали все в Калуге, мои, да. Я так понимаю, что в «Орле» он тоже... Да, обязательно. Хотелось бы, чтобы это происходило. Я пытаюсь объяснить и тем людям, которые будут участвовать в лаборатории, кто придут смотреть, что это архиважная система. А давайте мы еще раз поясним, что это такое и когда это начнется здесь. Ну, скажем так, если подходить сдалека, то есть существование артиста в стрессовой ситуации, когда нужно выдать результат за 5 дней,
быстро выучить текст, это его, кстати, профессиональная способность, которую он, артист, теряет, забыть о том, что у него есть наработанные штампы, потому что он не знает режиссера, а режиссер не знает артиста, и за 5 дней им нужно сделать какой-то эскиз. Они работают, как правило, в 12-часовом формате, сбрасываются все наработки, режиссер достает из них какие-то антропологические, заложенные изначально в школе театральные навыки актерские. И вот в этой стрессовой ситуации рождается эскиз на 30 минут по тому или иному произведению. Для иногда этого... бывает очень интересное открытие. Вы будете для этого приглашать людей? Да. Из столицы в том числе? Да, да, как правило. Мы да. можем назвать, кто будут эти люди? Ну, вот сейчас в марте месяце мы должны были провести лабораторию, но в связи с вот такой сложной ситуацией в театре, мы перенесли это на осень. Я приглашаю людей, которых я знаю. Да. То есть знаю, что они это сделают, и сейчас не хотелось бы на первом шаге экспериментировать, да. То есть в большей степени это действо будет полезно для артистов, конечно, которые будут находиться конечно. В хорошем вообще таком творческом тонусе. Вообще все, что я делаю для того, чтобы артист раскрылся. Других задач нет. А для этого нужно предложить артисту побывать в сложных предлагаемых обстоятельствах, некомфортных. И тогда возникает чувство свободы, тогда возникает вот этот, ну, простите за сленг, кайф от работы. Это очень важно, знаете. Когда смотришь хороший современный спектакль, не обязательно в Москве, знаете, что больше всего меня поражает? Не выбор темы, не так, как они это интересно сделали, а поражает радость и свобода артиста. Как он верит в то, что он делает в таких сложных материалах, понимаете? Как он кайфует от этого. И этого достаточно, чтобы получить катарсис, так называемый, да, и зрителю, и артисту. Ну, вот есть такое мнение о том, что хороший творческий коллектив живет 10 лет, и жизнь в нем существует 10 лет. Хотя вот когда обучаются студенты на театральных факультетах, говорят, что 5 лет. Возможно, потому что столько длится курс. Дальше либо, говорят, нужно менять труппу, либо режиссера поменять. Я обратила внимание, вот в вашей творческой биографии это довольно системная штука. Вы часто меняете места, вы подолгу нигде не остаетесь. Это связано с тем, что вы ищете что-то очень свое и не находите пока? Или вы действуете вот по этому канону, что нужно постоянно что-то менять? Ну, это такой очень сложный вопрос, и... длинный, наверное, будет ответ, поэтому я как-то отшучусь по этому поводу. Да. Скажем так, я рыбак, я люблю рыбалку, да, есть у меня такое хобби. Вот. И если не ловится в одном месте, надо менять место рыбалки, переходить на другое. Ну, это хороший ответ. Ну, пусть будет так. И на этом закончим. Я вас благодарю за этот очень интересный разговор. Спасибо. У нас в гостях был главный режиссер Орловского академического театра имени Тургенева Владимир Хрущев.